Kidman. Kidman. Кидман! Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы проходим «Зло внутри». 13-й эпизод, называется он «Потери». Вот. Что-то название не очень такое обнадеживающее. Сначала воссоединились, теперь будем терять кого-то. Кидман мы уже потеряли. Она от нас отдалилась. Придется туда спуститься. Если ты там, держись, мы идем. Так, журнальчик давайте почитаем. 1 сентября 2012 года. Мэра исчезла. Уже несколько дней от нее никаких вестей. Я написал заявление, но... Они думают, что я сошел с ума. Ее машина, компьютер, часть вещей, всего этого тоже нет. И никаких намеков на состав преступления. Все считают, что она меня бросила. Постоянно вспоминает про то, что я пью. Словно это имеет отношение к исчезновению Майры. Вот только они не считают его исчезновением. Смотрят на меня, словно это я виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла. Кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны. Но какой... Да, какой тайны. Ладно, пока заходить не будем. Но все равно ничего нету такого. Так. Это кислота. Так, новая ловушка. Давайте попробуем ее обезвредить. Долговато, так он ее обезвреживает. О боже, откуда такие разрушения? Это там поезд метро? Да, но ты смотри, как он висит. Возможно, по нему нам удастся перебраться на ту сторону. Давай сначала выберемся отсюда. Давай, я не против. Аккуратненько. Нет, не надо рисковать. Погоди, кажется, я вижу еще один проход. Увидимся внизу. Отлично, вот и Джозеф от нас отсоединился. Черт, сначала Кидман, а теперь...
Да ладно, хранитель. Ой, его только не хватало здесь. Все. Его ловушки, эти мины. Он ушел в огонь. Интересно. Да что ты? Бери ты банку-то эту. Так, я слышу там рычание. Ух ты, Рувик, блин. Черт. Есть, отвернулся. Давайте-ка его попробуем по-тихому. Отлично. Так, вижу Рувика. Че, надеюсь, тоже получится по-тихому. Ах ты! Бежать! Ты! Как? Ах ты козел, блин, какие они шустрые-то стали. Да гори ты уже давай. Сарик за Рувика. Это еще рычит, да? А, как так-то? Чего, да? Так, мина. Отлично. Ух ты, баночка там.
Еще один Рубик. Же. Ты. Давай, это где? Да. Вы задрали, а? Падай давай. Ничего не появилось. Еще где-то. Хрипит. Давайте-ка обезвредим. Отлично. Еще одна мина. Сколько ловушек-то, а? Фу, на грани. Капкан. Опять чуть не встал на него. Ух ты. Так, надо как-то теперь вниз спуститься. Понаставили, блин. Еще можно подобрать. Еще баночка. Ну, здорово. А, ну вот, в принципе, наверное. И вниз спуск. Так. Ловушки хранителя. Слышу его, слышу. Так, ну где-то рядом. Ух ты! Куда он ушел? О, баночка. Еще баночка. Так, аккуратненько, аккуратненько, а то здесь реально что-то ловушек целый воз. Так, здесь где-то ключик, да? Где-то у нас ключик упал здесь.
выставил здесь. Вот он. Просто в одном месте такая куча. Ну, слава богу, хоть не мешает никто обезвреживать. Так они обычно это любят. Толпы враг. Крыски. Кидман, ты там? И в ответ тишина. Блин. Все падает, рушится. Что за кейс? Отлично. Патроны для магнума. Это, конечно, хорошо, но что-то мне кажется не к добру это. Ты что, еще не понял? Он обожает мучить других, показывает свое превосходство. Он готовит ловушку, заставляет жертву нервничать. Проклятые ловушки. Когда это случилось со мной, я видел, что происходит. Я видел. Но повернуть назад не мог. Я должен был узнать. Я должен был узнать правду. Детектив Кастелланос, сестра, скажите честно, я схожу с ума? Тот, кто хочет выжить, должен как следует подумать о том, кому он может доверять. Так, что у нас здесь? Свежая пресса. Древний особняк сгорел дотла. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Викториана сгорел дотла. Полагают, что это был поджог. Местонахождение владельца затворника неизвестно. Так, и кто-то у нас пропал. Джозеф. Пропал инспектор полиции Кримсон Сити, Джозеф Ода. Исчез по пути домой. Несколько свидетелей утверждают, что видели его в Кримсон Сити, когда он кого-то разыскивал. Так, а вот это уже не есть хорошо. У нас есть ключик. Давайте используем. Так, патрончики возьмем. Болт заберем. И, наверное, откроем. Ну, давайте. Ой. Давайте откроем вот этот. Патроны для пистолета. Ну чё, давайте истратим гель. Что у нас там? Немного, но... 22 тысячи. Посмотрим, что мы можем сделать. Так, что у нас с болтами? Гарпун. 50 нужно.
Вносит пораженным врагам дополнительный урон. На пятом уровне добавляется урон огнем. А давайте-ка покопим до 50. Гарпун же это хорошая штука. Вот баночки. Дверька открылась как-то. Так, это мне вниз надо. Давайте-ка здесь еще смотрим. Сюда пришли. Пусто. О, аптечка. Как раз кстати. Так, давайте болты сделаем, что ли. Взрывной. Электроболт. Это что? Что за тварь? Воу. Ух ты. Камикадзе. Еще фрагмент карты. Столько ящиков и все пустые. Еще баночка. Чуть-чуть, но такими темпами, я думаю, мы накопим до 50-то. Так, здесь пусто. Всего соточка. Пройти. Аптека. Отлично. Спички. Одна. Ох ты, как я не заметил-то. Джозеф? Джозеф?
Кто стрелял? Ну нафиг. О, Рувик. Так. О боже, и что теперь? Так, этого не хватало. Кого там нет? Всяких Рувиков там, например. О! Как бы обойти. А это что за фигня? Блин. Блинский. Аккуратненько. Всякий пожарный. Тихо, не приближайся ко мне. О. Там растяжка, и там растяжка. Ух ты, еще и огонь. Ждем. Здорово. Накрыло. Ну-ка, давай-ка. Сюда. Подползай. Ух ты, она еще и взрывается. Отлично. Ух ты, еще одна. Жесть. Да чтоб вас, а. Баночка.
О! Фу, выбрались. Давайте сходим сюда. Такая комната пыток вообще. Опа, а вот нам предстоит. Опять ты? Ну, мы его уже помним, как его. Ой. Своей колбасой меня. Я себя сейчас подберу. Же. Стоп, стоп. Опа! Что-то как-то не айс, а? Беги давай! Чё ты пешком-то идешь, а? Я не понял. Да, чё ты такой живучий-то, а? Неужели? Нафиг. Ну нафиг. Черт. Твою мать. Да, что-то хранитель какой-то чересчур. Живучий попался. Вообще. Первого с двух выстрелов. Второго заманался. Че у нас там? Одна аптечка осталась. Пец. Так, нафига мне? И гель только с одного собрал. Со второго что-то не успел. Нужно найти Кидман. Похоже, она в порядке. Чего она добивается?
почти ее. Их догнали. Лесли может ехать домой? Ехать на поезде домой? Нет, Лесли. Не сегодня. Ты меня защитишь? Да. Это моя работа. Отлично, отлично, отлично. Когда приеду домой, они удивятся. Ты не виноват. Прости. Стой. Ты не понимаешь. Ты не знаешь, кого он превратится. Знаю. Я все видел. Ты не понимаешь, что задумал Рубик. Ну так скажи, что он задумал? Ему нужен Лесли. Что он хочет завершить свой проект? Не надо со мной так. Я не ребенок. У меня приказ. Я не должна допустить того, чтобы этот мальчик оказался у него. Только Лесли он может. Не надо. Черт, нет. Вот это поворот. Ну что, друзья, 13-й эпизод закончен. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.